Начальник госавтоинспекции Михаил Черников высказался за повышение скоростного лимита на платных трассах. По его словам, этот вопрос будут решать совместно с государственной компанией «Автодор», которая оперирует платными магистральными дорогами в России. Лимит повысит до 130 км в час на всех трассах, включая и новое шоссе М-11 «Москва-Петербург», которое полностью откроется в ноябре. Напомним, что по действующим правилам дорожного движения скорость на автомагистралях ограничена на отметке 110 км в час.